А, нам надо взять БРДМ-2 и БТР-90, как я помню там, или БТР обычно, и их довести. А, нам надо БТР только вернуть, я понял. То есть на нашей респе. Видите ли стрелка? А, к К военной военной базе. базе. Да, то есть мы стартуем там, на дороге. То есть здесь восклицательный где знак наш респ. Нам надо будет до кого-то дойти, БТР взять и увезти обратно, где мы стартуем. Только учтите, что здесь аномалия есть, поэтому там можно кинуть камни, кидать можно. Можно просто по пиканию определить. Но не все аномалии можно определить по пиканию. Все-таки прикольно замутил. Ну. Поэтому сильно не резвитесь, просто можно вляпаться. Ну а план? Пока дойти надо. Пойдем, наверное, с севера от дороги, через лес. А скины тут как-то различаются, то есть просто определить там Ну враг да. или сон. Ну вроде есть различия. Еще тут радиация есть. Как бы нам не пришлось через ТЭЦ идти. Потому что здесь где-то с нашего направления трубопровод есть. Магистраль трубопроводная. Ее преодолеть сложно. Только по дороге, а там мясорубка. Ну что, сориентируемся, короче, к дороге подойдем, и там уже посмотрим. О, Вот помню, такой в план. Дейзич на этой карте играл. Ну, сейчас примерно такой же. Сейчас опять, наверное, рация не будет работать. Да, раз он еще сейчас частоту. Написал на море. Пока можете заметки Так, почитать а там. мы откуда Ну, начинаем? Слева, справа? мы слева. Окей. И бетер налево надо вернуть тоже. Я вот не помню, через мясорубку на бетере можно проехать или нет. Я так понял по заметкам, нам газовая горелка не нужна. Нам просто достаточно подойти и сесть. Ну или там через колесико открыть. Что-то в задачах ничего не написано про это.
Походу у Астоника там дикий план. Ну да, здесь еще мутанты, то есть животные, собаки и кровососы всякие бывают, бегают. Ой, я Здоник закат поставил. Ну, будет хреново. Кстати, к нам сейчас собачки могут пробежать. Насколько я помню. Поэтому готовьтесь. На 90 тамарка может быть собаки побежать от меня. Мне слышно? Да. Шо? Что-то у меня рация не... Нет, что ли? У меня нет рации. У вас рация есть? Да, есть. Частоту только поставь, Гух. Зоточка, да? Да. Что за кошка тут завелась? Сегодня 10 раз, да. Нет, у тебя уровня трации? Control. У меня она есть, у меня что-то работает. Mm-hmm. Да, у меня тоже так было. Перезайди через стреловский этот. Не, мне лень. Короче, нажимаешь сброс. И на клаве ловишь типа 100. И вот. Все, мы готовы? Да, пошли. У меня почему-то давайте все на 40, равно 379 правильно? Показывает. Сброс. Вроде чист. А, вот. Норм. А детектор поначалу включен, нет? Раз, ты слышишь? Было. Что меня в рацию перебросил? Лагануло, лагануло, все скопленно все. Угу. Вроде чисто. Ой.
аномалии как-то визуально видны? Нет, только пикают. Ой, что-то у меня пикает. Влево пикает. Под трубу пролезли, наверное. Пикать перестанет. Буду чисто пока до елочки. Пик. Ой, нет, туда пикает. Сюда пикает. Что-то еще хуже стало. Чего же? Куда идти-то? Впереди кто-то бежит. Собачки. Ну, собаки, короче, смотрите, прошли, можем на мы там попробовать. Они, по-моему, тут как раз подыхали. Вот кто из наших прошел. Вот, прошелся. Ой, радиация, ёж. Буль заборчик попробуем таким. Ой, понять. Кто-то что-то наступил. Да. Это помочь мутантам. Ну так мы туда идем. Вы сильно не бегите, просто аккуратно. А, ну а вы места камня будут, хорошо. Я изучил. Сегодня я вообще всех убиваю. Давайте слева забор попробуем дойти. О, дырочка. Собачка мертвая. Ой, нет, туда лучше не ходить. Там аномалия. А у нас лестница какая-нибудь есть? Видимо, нет. Давайте с другой стороны обойдем. Так, стоп. Запор длинный заканчивается. У меня рация не включает. Многих сегодня с рацией проблемы. Давайте на север. Обойдем эти все заборы. Через я прошел через дырку. Через дырку? Да. Ты левый или правый край держался? Право. Понял, попробуем. Ну мы русские, все остальные враг. Я шел под тренинг. Тяжко вроде нормально. Кстати, у колонны уже почти. Если на 180 пройдем, там будет поворот. Нам нужно туда повернуть будет. Давайте вот через стройку пройдем слева к этому.
нам налево надо. Вот он, БТР-96, его забираем и гоним. Подождите секунду, антират, я говорю, антират, подозрительно тихо. Да. Я проверяю. Надо рюкзак искать все-таки. А это стрёмно. Будем искать. Вы там нашли резак? Вообще ничего не нашли, просто бегали, пока искали, на собак наткнули. Ну, тоже. Я, короче, попытался тащить собак за нами, корейский сегодня будет и в аномалию залез. Да, у нас все аномалии. Ага. Все, блин. Сейчас смотрю, вы куда-то убежали. Веб стоит, думаю, вы ее обошли справа или слева. Дай-ка обойду слева. И просто закрутил, вертелось все. Так. Что, так не понял? Там только Иви остался, по-моему. Нет, там Иви, граф и Яркали. Машина с приметом, можно вылезть? Ну, не пробовал. Аркадий, собачку убил. Ой, где ты, красавец? Сейчас найдем. По-моему, все аномалии собирают. Хуман горит классно. Кто? Хуман. Да, он где-то в жарку залез. Ага. Светится. По-моему, ему хорошо. Там еще и суперки, там кто-то несколько аномалий. Там сопли какие-то еще, хуйма. А, вы умер. Чего? А, вы, ты в аномалию зашел? Не только меня пострелял. Где-то кровосос бегает. Пишу, мне слагал! Блин, тупо. Лаги, лаги, тупо, лаги. Тупо. Это за что? Сейчас сзади убьют. Там последний? Я его убил. Давай. Паша, короче, на этой миске я вылезу. Это... указывает. Я не слышу ничего. Говорю, вырежу на этой миске указывания на последних людей и поставлю в регулируемую дальность видимости. На Хьюмана посмотрите. Хьюман горит, стреляет, вообще Рэмбо. Бурн, как там? А, я в том тебя, же я месте. Я тебя, значит, катался. Да я сдох уже. Глазал, не так, граф. Кто горит? Хьюману весело. О! О, прайс, все, ага. Выиграли. Брась пятерых. Убитые вами противники собака. Да-да.
Вверх?